гибкая инновационная система управления под лозунгом «Пациент прежде всего». Добро пожаловать в клинику Мёнджи при университете Сонам. Клиника была основана в 1987 году. В 2009 году была проведена реформа системы здравоохранения и начало нового этапа клиники. Клиника Мёнджи имеет выгодное географическое положение. Находясь в 50 километрах от международного аэропорта и в 20 километрах от Сеула. Медицинский персонал клиники Мёнджи составляет 700 человек. Клиника рассчитана на 750 коек-мест, имеет 34 клинических отделения и 21 центр узкой специализации. Центр комплексного лечения, направленного на минимализацию трудностей в процессе лечения онкологии. Центр под девизом «Лечение и радость жизни» – это многопрофильное лечение и профессиональный подход. Центр состоит из отдельных специализированных центров по лечению рака желудка, легких, печени, желчных протоков, поджелудочной железы, молочной железы, щитовидной железы, предстательной железы, онкологии в гинекологии и лимфосистемы. Больница Мёнджи в течение 3 лет поддерживает статус лучшей больницы по лечению инсульта. Это первый в Азии ультрасовременный центр-гибрид, где в одном блоке оперативным путем осуществляется магнитно-резонансное исследование, ангиография и проведение нейрохирургии. Кардиоваскулярный центр является ведущим центром по лечению инфаркта миокарда. В 2012 году центр побил рекорд по проведению баллонопластики, сократив время до 30 минут, считая от двери дома пациента до конца операции. Специально сформированная команда профессиональных специалистов в области трансплантации печени и гастроэнтерологии со стажем более 30 лет. Центр был создан в ответ на растущую заболеваемость и смертность населения от хронических заболеваний печени. В одном блоке всего за 3 часа вы сможете пройти все необходимые обследования, входящие в пакет базовых программ. Уютная обстановка, квалифицированные специалисты и приветливые работники центра с удовольствием вам в этом помогут. Научная концепция работы специализированного центра предполагает комплексный подход и лечение болезни позвоночника и суставов. Центр практикует не только лечение позвоночных и суставных недугов, но и трансплантацию. Специалисты центра имеют значительный пластический операционный стаж, обладают всеми навыками микрохирургии и эндоскопии. Хирургия врожденных пороков развития, травм, восстановительная хирургия, устранение дефектов, лазерное лечение выпадения волос, профессиональная косметика и косметические услуги. В одном блоке осуществляется проведение ПЭТ-КТ, сцинтиографии, КТ-симуляции, МРТ и проведение лучевой терапии на линейно-акселераторном аппарате радиолечения. Передовое оборудование, диагностика на ранних стадиях, домашняя обстановка, приятная музыка, внимательность персонала поможет пациенту пройти обследование и лечение с комфортом и легкостью. С помощью центра вы сможете получить виртуальную консультацию врача и предположительные варианты лечения в течение 24 часов, пройти обследование и получить лечение. Центр предоставляет визовую поддержку, услуги переводчика, трансфер и прочие сервисные услуги. Центр предоставляет услуги английского, русского, монгольского, китайского, устного и письменного перевода во время нахождения в клинике, проведения обследования и лечения. Клиника Мёнджи и Международный центр прилагают все возможные усилия для обеспечения иностранных пациентов высоким уровнем медицинского обслуживания,
а также комфортным и безопасным пребыванием за рубежом. Клиника Мюнджи в целях благотворительности занимает определенную нишу на мировой арене. Это не только благотворительность медицинской помощи в такие страны, как Индонезия, Непал, Гана, но и предоставление медицинских услуг иностранным пациентам, повышение квалификации и обмен опытом. 25 апреля 2015 года после землетрясения в Непале клиника оказала благотворительную медицинскую и волонтерскую поддержку при помощи добровольной профессиональной команды медицинских работников Мюнджи. В клинике Мюнджи ежедневно в обеденный перерыв проходят музыкальные благотворительные концерты для пациентов. Персонал клиники Мюнджи прилагает все возможные усилия в развитии инноваций и сервиса услуг для своих пациентов и стремится быть на вершине передовых технологий. Высокий уровень медицинского сервиса, оборудование международного стандарта – залог вашего скорейшего выздоровления.